Здравствуйте. Я в лесу. Цвет настроения бушкрафт. Поехали. Вдруг осознал, что штатива-то у меня с собой нету. Это сильно затруднит съемки. Поэтому я изготовлю его на месте. Штатив готов. Место я выбрал. Сейчас покажу штатив. Вот такая бушкрафтерская тренога и крепление для съемочного оборудования. Начинаю заготовку древесины. Вот первая елочка. Дела начинаются отлично. Вот такой улов за первые 15 минут. Во, еще сушнячок. От корневища я избавлюсь. Камеру лучше не оставлять без присмотра, потому что если она лежит на земле, ее могут утащить кроты под землю, а если на треноге, то не ставьте близко к деревьям, могут утащить белки. А кучка-то растет. Тут есть сухая лещина и рябинка лежит на ней. Рябинка уже подгнивает, там зеленые листочки есть, но не жалеть она. Вот такое вот корневище. Пока рубился, данул себе топором по ноге. Испугался, думал, трекинговый носок мой пострадал. Но все нормально, носок цел. В лесу главное не останавливаться, потому что иначе этим воспользуются комары. Вот и я не останавливаюсь. Нужно больше древесины. Вот она. Не, зеленая еще.
Дятел поработал. Антистресс. Говорят, надо чередовать виды деятельности. Сейчас я зарублю эту елочку и приступлю к постройке лагеря.
несущая перекладина установлена. Узел подобного типа защищает от внепланового разрушения конструкции, потому что что-то произойдет с одной веревкой, всегда удержит ее другая крест-накрест. Спать на голой земле не очень, поэтому нужна лежанка. В верхней части вот эта елочка очень гибкая. Для достаточной жесткости понадобится рогатина, которую я установлю вот тут. А вот и рогатина. Подготовил и установил рогатину, но, на мой взгляд, она не отвечает достаточным требованиям к жесткости конструкции. Поэтому принимаю решение изготовить треногу, наподобие тех, которые были в первом видео. Но намного меньше размером, потому что в этот раз спать планируется не так высоко. Вот этой древесины как раз хватит для ее изготовления. Разделал ее на три палки одинаковой длины и сейчас свяжу их веревкой. Готово. Но жесткость всей этой конструкции меня все же не устраивает. Думаю, стоит найти валежник толстый, нарубить его и сделать больше точек опоры для лежака. Вот и найдена березка. Теперь осталось ее нарубить. Первый будет тут разруб, второй тут и третий тут.
Бушкрафтер доволен. Принес березку в лагерь, установил. На ней лежит еловая жердь и на треноге. В принципе, держится хорошо, но жесткости все-таки не хватает. Нужно доделать начатое. Ну что, следующий разруб там, где торчит топор. Свою треногу я оставил ближе к лагерю, поэтому буду рубить. Уложил бревна. Что-то кривовато тут одно лежит. Вот теперь жесткость конструкции, что надо. Ничего не прогибается. Можно продолжать. Подутомился этими инженерными расчетами. Правда, говорят, что мозг много энергии потребляет. Надо попить водички, желательно с сахаром, а еще лучше чай. Сейчас я этим и займусь. Как всегда, расчищу место под костер. Разгорается костер. Сейчас разгорится. Поставлю котелок. Попью чайку. В котелке уже 2 пакетика чая. Имбирный напиток. Концентрат такой. И сахар. Буду ждать, пока закипит. Костерок догорает. Чаек остывает. Красиво так дым стелется сквозь заросли леса. Чтобы жерди настила не илозили вот так вот туда-сюда, я сейчас зарублю под них пазы. Не будут сидеть прочно на своих местах.
Это просто чай долго остывает. Сделал вот таким вот образом. Теперь жрать никуда не укатится. А чтобы сами бревна не катались вот так, зафиксирую их колиями. Два таких кола, и бревно уже будет не так свободно. Таким образом, я зафиксировал два бревна, третий неподвижно за счет своего корневища. Наконец-то я напился чаю. Сейчас отдохну и буду думать о том, как продолжать строительство. Нарубил палок, чтобы положить их вот так вот, бж-бж-бж-бж, и устроить себе лежанку. Произошла не очень хорошая ситуация. Таки саданул я себе топором по ботинку. Ну, вроде ботинок цел хорошо, только шнурок вообще разрезался. Пришлось проволоку примотать. Будьте аккуратнее, потому что обувь может пострадать. Сейчас зачищу сучки. И отрублю лишнее. Во время добычи укрывного материала для моей постройки какого-то фига меня два раза укусили осы. Или одна оса, я не знаю. Может, там какое-то осиное гнездо, но как-то мне неприятно, осы меня давно не кусали. Обновлю-ка я костер и поднакидаю туда сырых дровишек, дабы отпугнуть этих насекомых. Третий раз укусили. Они вообще нормальные. И еще два раза. Всего 5 укусов. Вот пример укусца. Поехавшие, блин, насекомые. Поставил воды вскипятиться попить. Ну а что делать с осами, я не знаю. Все-таки неохота, чтобы еще раз кусанули.
Я чувствую, как осиный яд проникает все глубже в мое тело. Яд разносится по венам. Крыша у меня получилась весьма хлипкая, но сил что-то делать уже больше нет. Пью горячую воду, надеюсь вымыть токсин из организма. Смотрю и вижу, как надуваются вены на моем лице. Хорошо, что с собой у меня был полиэтилен, я натянул его поверх лапника. Так и буду спать. Костер планомерно увеличится в размерах, и я ему в этом помогу. Думаю, надо сварить гречки. Но даже аппетита как-то нет. Наверное, попью еще воды и хватит. Уж очень приятно лежать. Даже встать, выключить камеру, тяжело собраться. Точнее, не то, что тяжело, а не хочется. Очень приятно находиться в лежачем состоянии. Но надо еще дров заготовить. И как минимум вскипятить воды. Вымывать-то осиные токсины надо. Огонь медленно, но верно расползается. Мне надо, чтобы он вот так вот вдоль расползся до конца, чтобы он обогревался у меня. Хотя вот уже сейчас от головы до коленей я чувствую хорошее тепло. Когда он расползется до конца, все мое тело будет согревать этот костер. А я его буду подкармливать. Уже сумерки. Фонарика у меня нету, буду полагаться только на свет костра. Ну что ж, сегодняшний день мне понравился. Когда я сплю под тентом, такого костра я позволить себе не могу. Все-таки одно дело спать в спальном мешке, а другое дело спать на деревяшках, в том, что есть.
Сегодня был дан старт будущему лагерю. Еще много чего хочется сделать, очень много. Сегодня была только такая выполнена программа минимум, чтобы поспать этой ночью. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.